прошлом году мы это все начали на той стороне. Мы сначала посадили просто цветочки. В этом году мы решили сделать покрасивее, чтобы как бы приятно всем здесь было. Начали вырезать из шин всякие фигурки, делать начали, дерево применять начали, все остальное. Покраску, все это сделали. Вот в этом году у нас уже улучшение пошло. На стенах решили нарисовать наш город, Гайский ГОК. Стеллу нашу нарисовать, что стоит на площади. Ну, как бы вот так вот побелили, чтобы красиво было у нас. Велопарковку поставили, чтобы детям было куда велики пристроить свои, чтобы не валялись нигде. Планируем лавочку еще поставить здесь. Планируем асфальт возле подъезда себе сделать. Также у нас имеется видеонаблюдение. Смотрим, что творится у нас здесь. Вот. Наш двор